было в Афгане. Это было давно. Вспоминать будет тяжко. Ну и пусть, ничего. Мы служили тогда в гарнизоне Газни. Воевать нам пришлось там от зари до зари. Командир мой отважный, боевой офицер, классный летчик от Бога, он для нас был пример. И не раз был в Афгане, и бесстрашен с врагом. Только фото осталось, да лишь память о нем. Вспомни, вспомним сейчас мы о нем. Посидим, помолчим, и 100 грамм мы нальем. Стоя, выпьем за темы года. Не забыть, не забыть нам его никогда. Никогда. По тревоге взлетели. Это было с утра. Там колонна горела. Грозно бил ДШК. Отработав из пушки, и на вывод пора. Но та пуля не дура, сбила нас у ручья. Наш ведомый старался, бил душман с высоты. Ну а мы разбирались, что случилось внутри. И решил командир слёг и тянуть до Газни. И он спас экипаж наш от нависшей беды. Вспомним, вспомним сейчас мы о нем. Посидим, помолчим, и 100 грамм мы нальем. Им затем и года. Не забыть, не забыть нам его никогда. Вспомним, вспомним сейчас мы о нем. Посидим, помолчим, и 100 грамм мы нальем. Стоя, выпьем за темы года. Не забыть, не забыть нам его никогда. Никогда.